Синий угол. Добро пожаловать, боец из Таджикистана Эрадж Холов. Красный угол октагона приглашается его соперник, боец из Ставрополя, Россия. Встречайте, Шати Нурмагомедов! رسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم ناسوا بأننا أبات نذود ذود القشاع نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم Итак, боец в синем углу, шестикратный чемпион Таджикистана по вольной борьбе, чемпион Азии по боевому самбо, 30 лет, рост 193 сантиметра, вес 117 килограмм, профессиональный рекорд ММА, один бой, одна победа. Представляющий команду ММА «Протим» из Таджикистана, Эрадж Холов. Боец в красном углу, обладатель Кубка Черного моря по панкратиону, 22 года, рост 186 сантиметров, вес 103 килограмм. Профессиональный рекорд ММА, один бой, одна победа. Представляющий команду «Школа Щинакалова» из Ставрополя, Россия, Шати Нурмагомедов. Пожали. Работаем два раунда по пять минут. На протяжении всего боя внимательно слушаем мои команды. По затылку не бьем, локтем в голову запрещено. Колени, ноги в партере, только в корпус. Сетку не хватаем, внимательно слушаем мои команды. Уважаем друг друга, показываем красивый честный бой. К углам.
Итак, в этом бою на первой минуте 37 секунде первого раунда удушающим приемом победу одержал боец в синем углу Эрадж Холал, Таджикистан.